сегодня у нас 10 июня 2016 года. Мы начинаем отсюда. Надежда Васильевна что-то хочет. Это у нас главный склад. Вот выносит. Это выносить. Все надо заложить себе. Там склад пятый. Из него посуда. Посуду откуда привезла я, Любовь Николаевна. Дальше. Ну вот смотри, сколько у меня нынче голубей этих, дикарей. Каждое утро питаются. Я их сейчас тут покормлю. Вот она. Вон они наверху. Больше 20. Все лето кормлю. У меня мыши много попортили пшеницы. Около 10 мешков изорвали. В дребезги, одна шелуха. А это вот надо будет... Вот это мульча, как в виде солома. Тыква. Тут очень плохая почва. Какие-то, я не знаю, что тут было. Шлак, камни. Ну и вот тыкву насадили нынче. 26 гнезд. Вот там можно посмотреть даже. Сейчас я туда залезу. Кошку тут садить не это. Вот, ну так просто. Без клетки. О, видишь как. Все. Ну, хорошо? Да. Тут у нас прекрасно. Все нормально. Так. Не холодно? Нет. Нет. Ну что? Сними с себя башлык. Это не нужно. Башлык. А, это надо назад вот так сразу поверни. Забыл? Вот так. Ну вот что тут у нас есть? Сейчас мы посмотрим. Пойдем. Машина пришла. Что за машина? А, это Андрей приехал. А что же он тут поставил? Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ты отъехай в сторону. А эту машину загрызть надо. Мы сейчас вот погрузим. Там, ну, что есть, сахар. И ребятишек тут погрузишь. У вас сколько? Ну, сколько лет? 8. Ну, 7. 7 лет. Ну, примерно. Примерно. Там вы снимаете. 8. Уже больше не надо. Ну, и туда, и все. Вы сейчас зайдете сюда, и мы погрузим сахар. Но нет, от него нет, это не мука. А тебе муку. О, Андрюша, гони его сюда, подальше ему. Сюда. Вот мы, вот так. Все. Вот Андрей помог. Это от него человек в прошлом году. Он у меня был. Андрюша его оплатил. Но я в долгу не